Друзья, всем привет! Канал Карим Управиль, канал обо всем. Сегодня я вас ознакомлю с электрогирляндой елочной. Там написано электрогирлянда елочных ламп ЕГ1. Изготовлен он в советское время. Давайте посмотрим, что же нам хотят предложить. Ну, такая гирлянда на прищепках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15 ламп. 220 вольт. Каждая лампочка, наверное, 13,5 вольт. Вот. Рабочая. Достанем. Вот такая гирлянка. Единственный минус этой гирлянды — это вилка, которая в большинстве своем не подходит в нынешней розетке, евророзетке. Давайте попробуем включить. Вот я здесь подготовил. Вот так вот у нас горит. Давайте посмотрим. Все лампочки горят, ярко горят. Замечательно. На прищепках гирлянда. Друзья, напоминаю, находимся на канале Карим Управиль, канал обо всем. Спасибо, что были с нами.